Эй, ребятки, всем привет! С вами Борода, это канал Нинави, Art Quest Legends, и мы продолжаем его проходить. Итак, Лес Теней, новая локация. Я без вас, конечно же, немножко прокачался, приношу свои извинения, не смог удержаться, долго все читал, изучал. Короче, вкратце, посох охереннейший, просто новый, крутой, красивый. Пушечка, просто пушечка. Понимаешь? Одну секундочку. Продолжаем. Бомбезный плюс 9% сплэш урона, плюс 4 критического, плюс 2 обращения от любого урона в ману. То есть у меня будет наконец-то быстро, адекватно восполняться мана. И плюс 2 к урону от огня. Бомба. Дальше, наконец-то нашел же перчаточки с вами. Одел, плюс 10 очков маны получил. Амулет, который мы выбили с паучихи, с прошлого босса, которого убили. Плюс 4 к мане процента от любого урона. Плюс 25% к восстановлению скорости маны. И плюс 15 очков к здоровью. То есть 150 хп она мне добавила. Плюс я раскрыл броники. Вот это очень хороша, но мне нужен 8 уровень и немного силы вкачать. Поэтому идем прокачиваться. Два уровня надо взять, чтобы поставить очень-очень-очень крутую броню. И тогда будет вообще огонище. Так, изучаем новую локацию. Тоже лес. Почему-то все связано с лесом. Не знаю, как так. Но факт есть факт. Так, ну улетели. Хорошо. С обычными справляемся. Так, стопы, блин. Минус этого посоха в том, что он не издает никакой магии. Он тоже для ближнего боя. Блин, а чё так? Это же посох. Черт возьми. Ну ладно. Он явно получше. Я купил его в магазине за 4000. А это значит, что мы будем в любом случае с ним ходить. Придется помучиться. Ну а что, ближний так ближний. У меня намного больше маны стало, поэтому будем использовать больше заклинания. Мы же колдуны. Не зря же мы это все качаем. И будем как-то из этого исходя побеждать. Так, тихо, тихо, тихо. Вот так вот я хочу сделать. Да, вот почему я крутился. Ты думал, я тебя боюсь? Нет, ты ошибся. Просто надо было немножко подождать. Кстати, заклинание тоже начало быстрее отходить, откатываться. Это идеально. Еще чуть-чуть прокачать, чтобы еще быстрее, там буквально 3 секунды, и обратно оно было рабочим. И по массовости это будет такая имба. Так, вот уже бронеистребитель, но у меня бронеистребитель есть второго уровня, это упало первого, поэтому она будет, конечно же, хуже. Так, эликсиры мне надо восполнить, потому что с эликсирами полная проблема очень большая. Так, орки у нас появились. Да неужели? Наконец-то появились орки. Хорошо. Ну, кстати, откисают очень быстро, практически там несколько ударов сделать. Так, а если я тоже хочу посохом попробовать? Интересно же. Так, перчатки колдуна упали какие-то. Тоже все надо оценивать. Важный момент, ребят. Для того, чтобы снять вот загадочность, чтобы идентифицировать, блядское слово, предмет, нужны вот эти вот камни. То есть они нужны не только для перемещения, но и для идентификации предметов. Поэтому их нужно копить в любом случае, несмотря на то, что их падает очень мало. Так, это похоже больше на огра, нежели на орка. Но, возможно, тоже он. Так, да, огр. Я был совершенно прав. Так, хорошо, убил я огра, упал с него какой-то амулет. Я предлагаю лут, ребят, либо делать отдельный выпуск на лут и изучать его, либо же в конце выпуска. Обязательно напишите в комментариях, как для вас было бы интереснее посвящать отдельно выпуск луту, либо же брать вот и в конце каждого выпуска смотреть и изучать.
И, соответственно, что новенькое, сразу же мы надели, посмотрели, покайфовали, если оно необходимо. Так, вижу какой-то первый квест. Так, войти в заброшенный дом. Давай войдем, давай посмотрим. В принципе, ничего в этом плохого нету, явно. Так, смотрим, осматриваем. Возможно, можно будет. Так, врага уже увидел. Хорошо, здесь тоже будет враг. Но у меня, кстати, здесь очень много врага будет. А если вот так вот? Откис? Нет, не откисли. Но почти, кстати, если я качну еще один уровень в вот эту вспышку, они будут откисать просто с первого удара навыком. И это будет замечательно. Поэтому следующий, по возможности, мы вкинем тоже сюда. В эту вспышку, а дальше откроется восьмой уровень и будем изучать новые навыки. Потому что смотри, прикинь, я вот сюда забегаю, и с первого использования этого навыка они бы все откисали просто. Но это же круто. Разве нет? А так мне приходится еще немножечко подпотеть и потратить маны. Ну вот смотрю, кстати, как мана восполняется, достаточно приятно. Как по мне, и быстро, и приятно. Так, ну у меня зелья можно подобрать, поэтому можно и использовать. Почему бы и нет? Так, все, мы зачистили локацию. Получается, вот такой незамысловатый квест внизу был. Я думаю, сейчас, если я поднимусь, скорее всего, меня кто-то может встретить и что-то сказать, но нет. Не сегодня, получается. Так, вижу сейв. Хорошо, мы сохранились. Так, вижу орков-воинов. Так, смотри, а кто-то откисает, а кто-то нет. Любопытно. Скорее всего, откисают более слабые по званию, наверное, получается. Либо те, у кого хуже броня. Так, одно использовал, одно подобрал. Честный взаимообмен. Либо же откисают лучники. Лучники, получается же, тоже слабее должны быть по броне. Так, вы входите. Так. В пещеру, я думаю, мы сделаем это сейчас, да? Поехали. Ну а какая разница? Зачем ждать, если можно сейчас войти и сразу же попробовать все это дело пройти? Так, исследуйте подземелье. Но это уже пол. Смотри, какое большое. Смотри, какое красивое. Блин, бомба. Так, хорошо, будем исследовать. Там вроде бы ничего нету. Так, первый враг. Скелеты. Скелетоны, вы сильные? Нет? Да, смотри, а сильные. Сразу так и не умирают. Неплохо. Так, а я еще и подерусь с вами. Почему нет-то? Я могу и подраться. Так, я посох, что зря покупал. А, ману давай. Хорошо. На вспышку мана нам пригодится, поэтому почему бы и нет. Так, много вижу, много вас здесь. Дайте мне отбежать и фаербол хотя бы попадай. То что-то. Ну, смотри, куда он его бросает, я не понимаю, если честно. Хорошо. А, так, фляга надо на ХП. Фляга на ХП надо, но фляги на ХП не падают. Зато упала какая-то шмотка, роковой пояс. Так, а вот это интересно. Пояс увеличивает количество банок, которые ты можешь брать. Вот этот, который у меня сейчас, только 2 дает. Смотри, этот дает сразу же плюс 7. Кстати, стоит достаточно дорого. Хорошо, одеваем. Ну, плюс 7 банок, это очень круто, как по мне. Это, ну, это очень сильно, как минимум. Это можно хорошо так использовать. Потому что плюс 7 банок взять себе в пояс, это ни хрена себе. По идее, мы вообще не должны сейчас умирать. Если мы идем по уровню, то умирать мы не можем. Ну, просто нас некому будет убивать. Особенно учитывая то, что. Ну вот сейчас я мог, кстати, откиснуть. Надо использовать. Дамаг у них большой. Я не знаю, как бы я проходил за воина. Было бы крайне сложно. Я бы вряд ли мог так сближаться активно, как я это делаю сейчас. Но, возможно, у него бы просто была выкачка поярче, броня посильнее, и оно бы то на то и получалось. Ну а там. Возможно, если игра очень сильно зайдет, я переиграю из-за второго персонажа. Почему нет? Так, у меня там 15 хп только что было. Чуть не откис, прикинь. Чуть-чуть и откис бы. Так,
Фобия. Посох какой-то упал, но очень слабый. 9,1 урона. У меня здесь 17. Так, немного вот так вот набрал. Возможно, кстати, зря. Я смотрю, у меня тут практически уровень взят. А я, значит, юзаю банки налево-направо. Возможно, было зря. Но я думаю, банки мы еще найдем. Главное, чтобы не столь страшным здесь был босс. Потому что что-то мне подсказывает, стоит ждать какого-то либо некроманта, либо какого-то мощного скелетона. Ну, будем смотреть. В принципе, я думаю, мы почти прошли пещеру. Они вроде как и большие, но вот по идее вот это уже босс. Да, смотри, мощный скелетон в красивых золотых доспехах. Ну, давай. Давай, мужик. Че, мы думаешь, я тебя боюсь? Ты ошибаешься, дядя. Ты про... А, смотри, я еще не могу выходить. Прикольно. Ну вот он откис, все. Он не сильный. Он быстро откис. Я прям как увидел, сколько я фаерболом ему даю. Он мгновенно откисает. Но прикол в том, что там вроде как есть еще какие-то проходы. Прикольно. Это еще не все. Катакомба не закончилась, получается. Так, есть сундук, есть урна. Хочу получить все себе. Так, карающий посох. Вот купил за 4000, получается, и уже выбил посох лучше, чем тот, что у меня сейчас получается. Так, хочу просто вот... Так, стоп, мы же говорили. Мы говорили, что вы напишете. Мы в конце видео смотрим, либо же отдельно выпуски делаем. Что за сфера? Взял сферу, скорее всего, открыл себе проход сюда. Да, совершенно верно. Открыл проход, могу пройти. Так, броня адепта 2-го класса упала. А вы входите в игру. Так, лес теней. Это мы нашли 2-й проход. Хорошо, еще один свиток. Свиток телепортации. Свиток телепортации поднял. Это означает, что все-таки... Все-таки, ребята, они одноразовые. Вот видите, не используя, уже нашли ответ. Это очень хорошо. Так, двигаемся дальше. Разбираем, собираем. Что-то упало интересное. Пламенный страж. Стрела, скорее всего, да? Какая-то. Так, здорово, орки. Тихо, тихо, горю. Это колдун? Серьезно? Какой-то жесткий колдун. Шаманы, смотри, да, это шаманы были. Охренеть, да вы хоть предупреждаете, я ж чуть не откис. Вот это было прям очень хорошо. У меня был большой шанс сейчас просто откиснуть и бегать обратно это все, проходить заново. Так, хорошо. Вижу проход дальше, и там видел я несколько ящиков, которые можно разбить было. Может быть, повезет на флягу. Но нет, мне ни одной фляги на хп не осталось просто. Поэтому я бы хотел, чтобы мне повезло с флягой. Так, Фюревальское кладбище. Давайте войдем. В Фюревальском кладбище однозначно будет много фюревальских мертвецов, которых мне придется убивать. Так, сначала по сторонам, классика. Осмотреть, понять, что здесь можно где-то стырить, подобрать. Так, кладбище видно, что очень старое. Так, а здесь у нас NPC, серьезно? Ты NPC? Ты же страшный такой. Гр-гр-гр-гр-гр. Зомби. Так, убей его. Все нормально, я знаю язык зомби. Что? Просто подожди, в чем проблема? Гара-гар-гр-гр-гра-гра. Ясно, я могу найти ее, но что мне за это будет? Гр-гр-гр. Отлично, мы найдем твоего товарища, взамен возьмем награбленные с этой могилы. Во имя святого, как ты это сделал? Я полон сюрпризов. Пойдем, сделаем это. Так, приняли квест от Гр-гр-зомби. Надеюсь, он того стоит. Надеюсь, он крайне эффективным будет и приятным для нас. Так, посмотрим, что нам предлагает тут зомби. Хорошо, окей. Фляжка на зелье. Фляжка на зелье. Блин, вот, казалось бы, так круто я себя вкачал по поясу, но получается, что мне в пояс-то и ставить нечего. Кстати, упыри. Первый раз, да? Вроде бы до этого еще не было упырей.
Хорошо, справляемся. Тоже мне чуть-чуть не хватает. Кстати, мы взяли уровень. Почему мы не повысили себе стену, если мы взяли уровень? А, так. Восьмой уровень героя надо. Ты прикинь, восьмой уровень. Так, ну это печально. Ладно, этот навык я тратить не буду, потому что мне тут хочется и валун взять, и качнуть вот это. Поэтому надо будет подождать. Не получается схитрить так, как тебе хочется, видишь? Все-таки не все позволено в этой игре. Это обидно, конечно. Я-то раскатал губу, думал, сейчас сделаю по-хитрому и буду выносить их с одного удара. Но не получается. Так, тихо. Справились, хорошо. Давай, вставай, хорош спать. Спит он. Так, свеча лежит, думал, что зелье какое-то. Забайтила меня свеча. Ну, маны нету, но на ману у меня куча зельев. Это хорошо. Так, видишь, немножко мне не хватает, так, чтобы вот затащить прям. Так, а ты чё не умираешь-то? Ни хрена себе, я сейчас кританул посохом, видал? Вот это был очень мощный удар посохом. Мне прям понравилось. Так, хорошо. Заквитуем? Отлично. Так, есть. Есть, все собрал. Опять амулет ярости упал. Надо будет посмотреть. Так. Это, скорее всего, финал. Да, это финальный проход. Там был еще один проход. Надо будет вернуться. Так, ману сразу восполняю, потому что, ну, жир будет сейчас. Так, зомби. Плюс в том, что их легко убивать из-за того, что они медлительные. Как ни крути. Так, а если вот так еще разок? Да, нормально? Тебе понравилось? Слушай, ой-ой-ой, вот эта херня. Да, я забыл за это. Вот за это я забыл, честно скажу. Я забыл, что они кастуют замедление. Прикрыл, смотри. Нифига себе. Видал? Может прикрыть. Хорошо. Так, еще зомби есть. Да где вы беретесь? Слушай, я думал, я всех уже убил. Вот теперь всех убил. Здесь больше никого нет. Думаю, наша потеряшка попала под замес. Ну, сам будешь объяснять удачи. Так, окей. Попала под замес. Убили мы товарища, этого зомби, за которым пришли, в принципе, сюда. И, скорее всего, мне придется еще драться потом и с ним. С этим же зомбаком. Потому что, ну как это? Мы договорились. Получается, что сами же уговор этот и сорвали. Что очень плохо. Так, сундук. Это очень хорошо. Сундук я хочу. И хочу еще в другую сторону сходить. Посмотреть, что там. А, возможно, тоже какой-то сундук будет. Оно же лишним не бывает никогда. Так, разбить ничего нельзя. Все вроде как в порядке. Так, ну это, скорее всего... А, не, вот сразу, смотри, еще один сундук. А потом выход. Ну ладно, тогда идет. Подходит. Так, амулет гармонии еще мы вылудили. Так, хорошо. И что он нам скажет? Скорее всего, он тоже на нас нападет. Скорее всего. Так, там возникла небольшая проблема. Ну, ты не дал нам точного описания своего друга. Думаю, пора уходить. Должно быть, он ему очень нравился. Так, должно быть, нравился, да. Окей. Ребят, квест мы выполнили. Я думаю, на этом мы закончим этот выпуск. Не забывайте подписываться на канал и заходить в нашу телеграм-группу по ссылочке в описании. Там я создаю, кстати, свою новую игру. Всем спасибо. Пока-пока.